Всем привет! Это Iceberg Game. Это у нас Addams Family на PS, как говорится, на Sega. Sega Mega Drive, короче, все. Вот, это Адам. Он семьянин, добрый, хороший. Убивает, как говорится, монстров. Монстры его не любят. Нас они тоже не любят. Надо вниз пойти. Пойдем-ка вниз, посмотрим. Тут много чего хорошего. Зайчишка. Ну ладно. Вот так было дело. Буква А. Теперь у нас есть мячик. Мы можем стрелять. Можем быстрее бегать. Всех перебили. Идем дальше. Ну тут сегодняшний обзор будет, наверное, там видео, как говорится, небольшое. Просто посмотрим чуть-чуть. И все, немного. Полного прохождения мы делать не будем. Просто посмотрим. Порадуемся. Игра прикольная, мне нравится. Вам, надеюсь, тоже нравится. Прикольная игруха такая. Сейчас за такие игрухи берут много-много денег, сейчас требуют. Все-таки прибили. Сейчас, как говорится, на всяких там из не стимах за такую же, это такие же игры уже берут ценник несоразмерный, как говорится, качеству продукции. Да. Играю, как говорится, как умею. Сейчас выходим из подземки. На этом, наверное, ноте мы сегодня закончим, потому что это слишком долго не надо. Игруха прикольная, поиграть можно, посмотреть можно, походить можно вообще. Старые игры, они очень хорошие, красивые, вот именно какая-то атмосфера есть, там жизнь какая-то, вот реально интересно играть. Не так, как сейчас, там игры, которые безликие вообще, безликие. Эти игры были красивые игры, прям вот. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Если понравится формат данного видео, он будет продолжаться. Спасибо, что смотрите. Пока!